5 grand just to see you dance. Всем привет, ребятки! Меня зовут Люцис, добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас рейд базы Player 7566. Если эта база не изменилась, то она довольно топовая. И вроде как на нее нужна одна сишка. Посмотрел я по роликам, там используют две, но мне кажется, что можно зайти с помощью одной. Такс, да, вроде бы база та. Заходить будем вот отсюда. И здесь ломаем... Да, любую из этих стенок, по сути. Давай. Так. И вот здесь. Почему-то ребята взорвали сначала одну стенку, потом сразу вторую. Мне кажется, можно прямиком пойти вот сюда и взорвать ее где-то... Где-то вот здесь, например. Да, я попадаю в главное хранилище. Не понимал, почему все остальные взрывают две буферки здесь. Тут рвают, либо тут, либо тут, либо там. Не знаю. В общем, давайте открывать ящики. Так, готово. От 2,5 волн я избавился. Давайте открывать, смотреть. Вот это ящик я заберу, аптечки. И пойду умирать. Тебя я пока убивать не буду. Это не понадобится, чтобы вернуться на базу. Так, где тут выход-то? Идем сюда, сюда, сюда. В пикапе там вроде ничего интересного не было. Сразу загружу сюда все эти аптечки. И можно идти умирать. Так, готово. Этот сет я уже забирать не буду. Аптечки положу сюда. Пистолет сюда, это сюда. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ну, пускай будет так тогда. Думаю, 20 аптечек мне хватит. И давайте смотреть, что в остальных ящиках. Это первый ящик я залутал. Сюда можно сет положить. Второй ящик. Изолента. Шкура мне не надо. Этот пустой. Здесь 12 дубовых досок. Хорошо. Дальше. По сосновой доске тоже хорошо. Дальше пусто. Эти два ящика я надбил. Эти уже сломаны. Три красных талона. 20 дубовых бревен забираем. А остальное вроде бы не надо. И осталось тут раз, два, три, пять ящиков. Давайте попробуем их открыть. Так. Вот так вот. И начнем мы, пожалуй, вот с этого. Опа. Хороший выбор. Это вот сюда. Это вот так сделаю. Блин, реально много полезного. Надо вот так, наверное, сделать. Положить сюда. Так, еще ящик. Вроде бы ничего интересного. Дальше. Тоже голяк. Так, здесь что? Камни, окей. А здесь слитки. Блин, слитков много. И я, наверное, все-таки заберу слитки, нежели доски. Надо, правда, громилу куда-то отвезти отсюда подальше. Так, куда мне надо было бежать? Думаю, 10 стаков слитков мне хватит. Так, куда? Громила еще там, хорошо. И вроде бы нам надо куда-то сюда. Да. Ну, почти хватило, мог даже вот так сделать. И вот здесь я хотел посмотреть. Нет, тут только камни и каменные блоки. Все, уходим. Смотреть, что мы вынесли с помощью одной C4. Так, ну вот, собственно, весь лут с этой базы. Это 15 стаков железных слитков, получается 5, 10, 16 стаков аптечек, 5 стаков обычных досок и 1,5 стака дубовых досок, плюс еще 2 стака бревен дубовых, 1 калаш и 3 красных талона. Как по мне, за одну сишку это очень хороший лут. Но опять же, решать вам, взрывать или нет. Ну а на этом все. Пока-пока. До скорых встреч.